Как известно, Лото Гули был убит 20 августа прошлого года в одном из отелей Анталии. Убийца оказался Хаган Зейналов по прозвищу Хан Ахмедлинский, который входил в ближайшее окружение вора в законе. Хаган Зейналов был задержан при попытке скрыться с места преступления. Сразу после убийства появилась версия, что за устранением криминального короля стоит клан другого азербайджанского вора в законе Равшана Линкаранского, который был убит в 2016 в Стамбуле, а мотивом убийства была месть. Спустя 3 дня после начала войны в Карабахе следователи арестовали в Стамбуле 2 граждан Азербайджана, которых подозревают в причастности к убийству Лото Гули, так как внимание всех азербайджанских СМИ было приковано к событиям на фронте. Эта новость осталась незамеченной в азербайджанском медийном пространстве. Арестованными оказались некие Али Мавланлы и Расул Гасанов. Они были задержаны в Стамбуле при попытке улететь из Баку в Украину. В связи с пандемией коронавируса прямых авиарейсов из Баку в Киев не было, и поэтому ими был выбран маршрут через Стамбул. Мавланлы и Гасанова задержали прямо в аэропорту. У полицейских уже была оперативная информация об их причастности к убийству Лото Гули. В частности, по информации турецких правоохранителей, 2 уроженцев Азербайджана участвовали в планировании и организации убийства. За несколько дней до устранения Лото Гули они встретились с Хаганом Зейналовым и улетели из Турции всего за час до убийства. Сам Хаган Зейналов пока не выдает имена заказчиков и утверждает, что убил Лото Гули на почве личной неприязни.